Здравствуйте, это наша игра Клондайк. Итак, остров станция Тигровая расчищен на 100%. Давайте посмотрим, что же нам дали за 100% расчистку. Очень даже интересно. Итак, поехали. Опыт, как всегда. Денег никто не дал, сэкономили, пошли ресурсы. Ну, куда же мы без ветра, без угля, без глины? Травы дали мало, зато подкинули немножко молочки. Пошли коллекции. Хитруга. Капля шоколада, ну это чтобы мы не переедали. И всего лишь 3 изумруда. Да ну, я ожидала более. Ну, вот такой вот скромный приз. Остров тоже был несложный. Пишем свои комментарии. На этом все. До новых встреч.